Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Садись, не надо, вставай. Смотри, что у тебя здесь, Дима. У нас есть такой мешочек конфеток, купленный в фикс прайсе, они разноцветные, Дима любит с ними играть. Как ты с ними играешь? Покажи, как они. Ой, они такие мягенькие, интересные. Их тоже можно раскладывать также по цветам. Молодец. Так, этот мешок с тобой мы закрываем. Да? А у нас с тобой есть вот такая вот бутылка. Обычно я уже ее в каком-то влоге показывала. А здесь мы тоже развиваем мелкую моторику. Дима ее, в нее засовывает всякие вот такие вот пальчики из-под конфет. Были вот они здесь блестящие, купленные конфеты в фикс прайсе.
Ну, они прям понравились. Давай, открывай бутылку, я держу, открывай ее. Ты ее уже открывал вроде. Нет? А, да. Давай, открывай, я держу. Ой, молодец, открыл. Бери фантик. Засовывай его. Мы с тобой давно не играли, помнишь ты? Помнишь? Ой, ты все помнишь, да ты какой молодец. Вот, молодец. Давай другой фантик. Засовывай. Вот ты. Помнишь все, а я думала, ты забыл. Так. И у нас есть целый вот такой вот мешок. Там этих фантиков. Давай, бери отсюда вам. Отсюда вот бери, давай, вот. Фантики. Вот они, в принципе, конфеты, которые сейчас он перебирал от них фантики. Давай, засовывай сюда, Дима. Засовывай. Давай, нам надо с тобой набрать полную битком, чтобы она была. Бутылка. Ой, что ты там достал? Странное такое. Мама все подряд? Складываю. По-моему, это не мам складываю. Давай. Давай, я держу крепко. А то он убегает что-то. Давай, давай. Вот, молодец. Ой, молодец. Ой, молодец. Давай, давай. Никак. Попробуй вот эту. Вот эту попробуй. Давай. Тут надо выйти. Давай, давай, давай. Пальчиком ее. Дим, пальчиком ее вот так вот. Вот так сюда. Опа. Вот. И все. Ой, ой, молодец. Давай еще. Давай еще фантики. Где у тебя? Вот еще фантик. Да? Все. Надо ее весь этот мешок нам засунуть туда. Я должна за тебя засунуть. Мама быстро засунет, мама не будет долго думать. У мамы-то мелкая моторика не развита давно. Мама уже большая девочка. Давай. Вот, молодец. Молодец. Не-не-не, сюда. Сюда давай складывай. Да нет, вот сюда. Ну давай, давай. Так, подожди. Вот эту вот надо выкинуть. Ну, давай ее. Сейчас мама ее засунет. Мы ее вот так сейчас с тобой скрутим. Видишь, она какая кругленькая. И сюда засунем. Опа. Нет, зря мы ее туда засунули. А, какая-то она вся неправильная. Не будем ее засовывать.